Помимо чувства юмора, у него должна быть борода. Сегодня в 11:32 просмотров 7843 российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась своим видением идеального мужчины. При этом спортсменка призналась, что в настоящий момент не состоит ни с кем в отношениях. Фото: Наталья Мущенкина, Дарья Касаткина. Интервью с победительницей двух турниров женской теннисной ассоциации УТА было опубликовано на YouTube-канале «Неспортивное поведение». По словам Касаткиной, главным качеством мужчины является чувство юмора. Теннисистка убеждена, что аналогичной точки зрения придерживаются 90% девушек. «А что, с унылым куском говна жить, что ли?» — отметила 21-летняя спортсменка. Далее Касаткина заявила, что мужчина должен быть надежным. Причем под надежностью она имеет в виду ощущение, что ты с ним, он, с тобой, и все. Еще одним важным обстоятельством для теннисистки оказалось наличие бороды. В рейтинге женской теннисной ассоциации Касаткина занимает 14-е место и является лучшей среди российских теннисисток. В этом году она примет участие в розыгрыше Роланд-Гаррос. В первом круге спортсменка сыграет с Кай Канепи из Эстонии.